Здравствуйте, дорогие мои друзья. Небольшая остановка. Еду с работы домой. Вот. Надо покормить птенцов. Вынужден с собой их брать, потому что дома никто не решается кормить их. Поэтому останавливаюсь каждый час. Обязательно кормлю. Может быть, конечно, надо чаще, но чаще просто не получается. Тут и с утра тут целую эту смесь такую готовлю. К сожалению, ловить насекомых у меня ни времени, ни возможности, ни желания нету. О, сейчас накакает. Ой, ты господи. К деньгам. Так, давай ешь. Вот вожу их и кормлю. Смешно, конечно, с одной стороны, знаете, немножко меня это так действительно притормаживает. Столько забот. Но надо уделять время птицам. У меня есть, к птицам у меня особое отношение. Есть некоторая кармическая задолженность, о которой, может быть, я вам расскажу когда-нибудь. Ну вот, давай. Давай, все, что ли, уже наелся? Так наелся уже, что ли? Точно наелся? Ладно, давай, садись на плечо. Садись. Сиди и себя веди, я пока твоего брата накормлю. Слабенького. Но этого он не видит. Хотя я ему начал лечить клюв. Так. На звук. Ой, господи. О, как аж выдернул этот. Пинцет выдернул с едой. Давай. Открывай клюв. Давай, молодец. Давай. О, хорошо. Хорошо. Делаю с утра вот эту смесь. Тут из разных компонентов. Так не баловаться. Не прыгать. Пошел гулять уже. Давай. Давай еще кусочек. Давай. Вот через час только будешь есть. Ешь давай. Птица, еще нам с тобой глаза сегодня лечить. Я купил сейчас B12. Ну, правда, в ампулах. Ну, придется капать нужно. Витамин роста обязательно. Обязательно для птиц. Ну, глазки вот... Ну, вот один затекший, я его смазывал. Ну, вроде начал даже... Но это второй все равно не видит. Давай, еще один кусок. Еще давай. Еще. Да, друзья мои. Так. Еще. А водой из шприца кормлю. Ну, пою немножко, они пьют. Потому что нужно, чтобы жидкость, конечно, была в этом. В питании. О, хорошо. Хорошо. Так. Ну, вот этого моего слепого я ставлю. Там его накрываю, чтобы он... Так, а где мой птенец? Я не пойму. Ты куда пошел-то? Где ты там? Иди сюда. Взяли тебя, пусть буду сейчас по всей машине тебя искать. Иди сюда. Вот он ты. Вот он ты, баловник. Ну вот. Вот. Этот, надеюсь, может быть, сумеет, правда, как его научить самого. О, и ты тоже на меня наложил. Ну, тоже там вот не мог. Только здесь. Ну что ж, значит, такая судьба. Видите, карма. Карма, друзья мои. И надо идти спокойно, знаете, не жалеть, не горевать. А он уже у меня стал крупным. Уже того и гляди. То есть немножко хвостик, крылышки. То есть, в принципе, наверное, неделя, и он уже может встать, так сказать, на крыло. Не знаю, как. Опасаюсь, конечно, его выпускать. Попробую. Потому что ему надо самостоятельно питаться. А я научить его охотиться на комаров. У меня не получится. Да, птичка? Вот так, друзья мои. Такие новости. Новости от... Кто это у нас? Тут мне пишут, что это дрозд-рябинник. Ну, в принципе, похож на дрозда. Рябинника. Ну, дрозды-рябинники. Оп. О, прямо к вам пришел. Тертый калач. Чуть-чуть. Не запутайся в проводах. Не запутайся.
активный, активная птичка, хорошая. Как тебя из гнезда кукушонок-то вышиб? А? Как вот это произошло? Ты вроде такой тертый калач-то. Тебя вышибли из гнезда. Два раза. Ну хорошо. В общем так, друзья мои, видите, такой небольшой. О, недоволен. А что ж ты? Учись летать. Ты же птица. Такой репортаж, так сказать, с дороги. Небольшой у нас остановка для этого, для принятия пищи птенцами. Ну вот буду их, придется целую неделю их возить с собой, потому что ну, на работе много дел, а дома не оставишь. Хотя, конечно, птенцам в машине тут вот в таких у меня специальных емкостях ездить, конечно, не очень комфортно. Вот этого еще можно там, конечно, на плечо посадить, но он все равно, видите, некоторое время сидит, а потом начинает исследовать машину. Может куда-нибудь попасть в какой-нибудь этот, в переплет. Как уже и попадал. Ну, скользкий руль-то, скользкий. Все, друзья мои, ладно, счастливо. Вот. А, есть захотел. Давай, иди сюда. Так, салфетка. У меня тут. Иди, да, вот что-то тут гнездо нашел. Давайте. Давай. Давай, вот давай перед. Ой, господи. Нет, птица, нет, ты. Сейчас пойдешь себе гнездо. На. О, давай. Как раз. И запей. Давай. Давай. О, молодец. Ну все, друзья мои, вот, как говорится, обед, назовем это обеденный перерыв у птенцов.